Это шоу для тех, у кого есть телевизор. Дизель-шоу. На наши концерты не требуют визы. Дизель-шоу. Мы шутим о добром, вечном и милом. А все остальное смотри вне эфира. У нас на концертах всегда многолюдно. Наша любовь, она обоюдна. Напомним для тех, кто сейчас подошел. Дизель-шоу. Пришла весна, оттаивает сердце, расцветает все вокруг. И от зимы проходит сон. И мы проснулись и вернулись для того, чтобы рассмешить любого, кто влюблен. Чтоб удивлялись и смеялись от души, мы открываем новый сезон. Снова дизель-шоу. Собрались с семьей одной большой, чтобы сделать всем вокруг смешно. Все, что было. В эфире Дизель-шоу. Все будет хорошо. Пусть сердце бьется в ритм. Мы покорим весь мир, чтобы на всей земле всем стало веселей. Чтоб в каждый дом пришло родное Дизель-шоу. Добрый вечер! Мы очень рады. Мы очень рады вернуться и благодарим за то, что вы с нами. Спасибо, что пришли! Спасибо! Друзья, весна на дворе, пора обновлений. И этой весной прям пахнет даже здесь, в зале. Да-да-да. Запах весеннего асфальта, который кладут прямо в лужи, чувствуется прямо здесь. А я уже отчетливо слышу аромат коньячка. Отсюда где-то шампанским, отсюда мартини. А с балкона просто так... Пиво! Пиво! Привет, балкон! Привет! Ну, на самом деле, я не об этом, я о весне. Ведь все-таки весна, пора обновлений. И что у нас происходит? Выборы! Ну, я напоминаю, что у нас аполитичное шоу. Думаешь, отменят? В смысле? Я говорю о весне, о том, что именно весной люди делают сумасшедшие какие-то поступки, становятся просто глупыми. Да? А Жека-то прав. 44 кандидата. Реально сумасшедшие люди. Вообще бабки не знают, куда девать. Согласен. А ты в наши выборы не вмешивайся. Да. Вы в свои выборы вмешаться не можете? Вот и в наши не вмешивайтесь. Да вы не так поняли. Да ну ладно, ребята, Саша. Ребята, ну не ссорьтесь, пожалуйста. Егор говорит про весну. Да. Это пора обновлений. Новая прическа, новый костюмчик. А что, грудь себе новую не сделала? Дурак! Ребята, я все понял. Обновления. Значит, что? Обновляются наши гонорары! Не-не-не-не-не! Егор, мне кажется, подразумевает, что нужно поехать сегодня к бабам и обновить свой послужной список еще человек на 8. Нет, Сережа, нет, не обновляй. К мужикам, что ли? Сережа, нет, я говорю о том, что обновляется все, обновляется природа и обновляется наше дизель-шоу. Это значит, что у нас появятся новые лица. Я же только недавно родила. Что, опять надо? Нет, Яна, нет. На меня тоже не смотри, я родить никак не смогу. Да, ребята, никому из вас в ближайшее время рожать не надо. Круто, слышал? А Никишина что, никто не предупредил? Какой месяц? 12-й год. Ребята, я знаю, как привнести в наше шоу нечто женственное, нежное, весеннее. Женя, еще раз полезешь целоваться, я тебе в дыню дам. Да чем тут это?
Сережа, у меня для вас есть сюрприз из Белоруссии. Так, заинтриговал. Опять, наверное, за тачкой картошки побежал. Сейчас трактор выкатит. При чем здесь трактор? Ну, он же сказал, нежность, красота. Белорусская сгущенка. Точно. Но, смотрите, кого я вам привел. Привет. Привет. Привитание с Белоруссии, сябры. Господи, сколько лет, сколько зим, ты вообще не изменилась. Ну, у нас в Беларуси вообще мало чего меняется. А, подождите, это же это, как ее? Ну, как ее это? А ну, давай, скажи свою коронную фразу. Пацаны из Дизель-шоу. Точно, точно! Точно, это она! Это ж Маруська из команды КВН БГУ. Ну, блин, Маруська, я же на твоих шутках вырос. Саша! Ну, такой себе комплиментик, конечно. Да. А вообще, Маруся, ты выглядишь шикарно. Шикарнее, чем Янка. Действительно. У нее рост побольше, грудь есть. И она не одевается в детских магазинах. Так, девчонки, ну перестаньте. Девчонки, я в Беларуси смотрю ваше Дизель-шоу. Ой, вы такие клевые. Ну какая же она классная подхалимка. А Янка любит подхалимок. Девочки, во-первых, Маруся моя подруга. Во-вторых, у нее... деток больше, чем у меня. Да ладно? Четверо детей, да правда? Четверо детей! Ничего. Молодуху взяли, я смотрю. Сережа, я напоминаю, четверо детей. Да отвали, у меня пятеро. Женька, а у них по КВН что-то было? Да нет, ты что, Егор, не был. Ну, здравствуй, Сережа. Кстати, после фразы «Здравствуй, Сережа» у него дети и появлялись. Здравствуй, Сережа! Вика, Сережка, пока, давай тут, Жека, постой. А ты не знаешь, случайно, Маруся к нам насовсем или на разочек? А что ты спрашиваешь? Ну, растамаживать ее надо или нет? Льготный период уже закончился просто. Да ну перестаньте. Ну это капец, конечно. В нормальное шоу все через постель попадают. А у нас через Беларусь. У нас, кстати, давно все через Беларусь. Да. Да и слава богу, добро пожаловать. Женя, один маленький вопросик. Ага. А ты всех белорусов пригласил в наше шоу? А что такого? Мы, белорусы, друг другу всегда... помогаем. Жень, смотри, если не получается, да, то не надо. Я же как бы в гости, я по-дружески, понимаешь? Подожди, Дмитрий Танкович, дамы и господа! Привет! Привет! Рады видеть, Дима, рады! Ребята, и я рад, безумно рад заменить на этой сцене любого из вас. И сегодня, и на концертах, и на корпоративах. Могу в тур поехать по Америке. Нормально. Паспорт готов. Ехать, выезжать. Вот так, значит, да? Решили москалей на бульбашей поменять, значит. Да. Тоже мне обновление. Пошли, братан. Москаль мы не на брат. Слушайте, ребята, ну никому не нужно уходить. По-моему, на этой сцене хватит места всем, кому так тепло аплодирует зритель. И мы начинаем наше обновленное международное Дизель-шоу! Мы здесь веселимся, и всех веселим. Заправим, настроим, зальем, зарядим. Садитесь удобнее перед экраном. Со всей семьей на любимом диване. Нас женщины любят, мужчины и дети. Мы самое доброе шоу на свете. Дизель-шоу. Дизель-шоу.
Дизель-шоу, дорогие друзья! Дизель-шоу. Недавно наши парламентарии удивили всех. Да что там удивили? Задели за живое, скажу больше, наступили на интимное, решили законодательно вмешаться в интимную жизнь украинцев. Да-да, то есть в экономике, в здравоохранении, в науке у нас все прекрасно. Вопросы остались только тут. Теперь по новому закону заниматься интимом можно только при письменном согласии обеих сторон. Зря смеетесь. Все, лавочка прикрылась. Мне вот интересно, среди присутствующих в зале, кто-нибудь уже подписывал такое согласие? Звучит как одинокий брачный клич. Остальные, я так понимаю, пока зайцам. Авось пронесет. А вдруг контролер? Вот и наши герои уже попали в такую ситуацию. Смотрим. Победа! Викуська! Я дома! Я в этом доме! Я у нас дома! Ты что, бухнул, что ли? Не без этого. У меня повод был. Ну? Я тебе говорил, я освобожу тебя от 12-летнего рабства. Я это сделал. Да ладно! Ты закрыл ипотеку? Да! Да! Да, мое солнышко! И все проценты выплатил? До копеечки. И скрытой комиссии? Абсолютно все. И справочку из банка взял? Блин. Саша, на тебя никогда нельзя положиться! Да ладно! Как эта бумажка возбуждает! Я тебя хочу! Да я сам себя хочу! За что? Что? Где дети? Дети у мамы. Ой, хочу тебя, Сашка. А я тебя знаешь, как хочу? Ой, я хочу. Сейчас я тебя устрою. Ой. Ах, да, я такой. Давид. Да. Да нет, пульт от телевизора давит. Днями внесені зміни у Кримінальний кодекс України. Тепер навіть для виконання так званих подружніх обов'язків необхідна згода партнера. У іншому випадку акт проникнення в іншу людину буде вважатися злочином. Інакше кажучи, зґвалтуванням. Сашка, а що ти, вже все, що ли? Ну, скажімо так, поки на паузі. Ти чого? Из-за какой-то новости остановился? Сашка, ну это же прикол такой! Какой прикол? Я только что ипотеку оплатил! Ты знаешь, какое у меня сейчас отношение к документам? Сашенька, ну если тебе нужно мое согласие, то я согласна. Сашка! Только мне письменное согласие надо. В смысле письменное? Да, и причем указать сразу, что сторона 2 не претендует на получение удовольствия, в отличие от стороны 1. Так у нас всегда так. Сторона 1 получила удовольствие, отвернулась, храпит. А сторона 2 выкручивается как может. Ой. Что ой? Не надо верить всему, что говорят по телевизору. Согласен, по телеку могут и дурню сказать. Ну? Но в Фейсбуке-то фигню не напишут. Там ж поди не идиоты сидят. Ничего себе, ты посмотри, вся лента пестрит. Смотри, даже форма специальная есть. Акт на проникновение в живого человека. Сашенька, ну давай так. Мы возьмем чистые листики, на них оставим свои подписи, а потом все оформим. А, не надо. Ты меня так уже один раз в ЗАГСе развела. Да. То есть ты реально считаешь, что перед сексом нужно заполнять какой-то акт? Вика! В стране реформы!
Я не удивлюсь, если скоро надо будет справку из горводоканала получать для того, чтобы пописать. Зачем? Ну мы же проникаем в их канализацию. То есть, по-твоему, я должна у курицы спрашивать, а можно ли ее нафаршировать? Или ты каждое утро у своих трусов будешь спрашивать, а можно я обеими ногами в вас проникну? Так это ж уже групповое проникновение. Вика, не неси чушь. А ты? Хорошо. Хочешь, давай сейчас куму позвоним? Он все-таки в законах что-то соображает. Да откуда он законы знает? Он же мент. Алло, кумчик, привет. Привет, родной. А ты слышал этот прикол с актом за... А ты уже заполнил? А, я тебя сейчас отвлекаю? Ой, извини, все, давай, пока. Видала? Ну, ладно, распечатывай. О. О, пожалуйста. То есть еще и две страницы? Да мы акт на проникновение будем заполнять дольше, чем будет длиться само проникновение. Зато по закону, Вика. А может быть, по закону? На самом деле, на секс до 2 минут ничего заполнять не надо. Что тут заполнять? Господи, 1 минута. Так и я об этом же. Вот, пожалуйста, акт на проникновение в живого человека и акт выполненных работ. Не, ну тут-то ты сразу можешь подпись поставить. Что-то. Нет, Сашенька, вот тут я как раз поставлю, когда ты сделаешь работку. Давай основной заполняй. Ты бюрократка. Ладно, поехали, что там. Так, значит, сторона 2 у нас. Виктория Сергеевна. Так, дата рождения. Ты что, оборзел, что ли? Я помню. Я просто вспоминаю, какой по счету месяц июль. Июль — 7-й месяц. Во. А день рождения у меня в январе. Разрешает стороне 1 в лице Александра Константиновича в себя проникнуть. Формулировочка, конечно. Так, значит, способ проникновения нужно подчеркнуть. Так, я вот это 3-й делать не буду, у меня шея и так болит. Да я половину из этого уже и не смогу. Все-таки ж не 20 лет. Ого, а вот это как? Это получается я, а ты? Да не, это... Вика, ну что, нет, там вот так вот надо, все. Вот это. Классика. Хорошо. Так, значит, опишите ход проникновения. Ну так и пиши. Сторона 1. Так. С одышкой. Так. Кряхтя, сопя. Совершит несколько неловких движений и уснет. Вика, это серьезный документ. И заполнять его надо тоже серьезно. Так. Аполлон 1. Выводит свой спутник. На орбиту стороны 2 и кружит, 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 кружит. Давай дальше, кружилка. Да. Так, значит, так, приблизительное время проникновения. Ну, пиши, как обычно. Ну, пишу уже, так, давай. 30 минут. А, ну тогда я в акте выполненных работ тоже напишу. 30 минут. Тихо, тихо. Ладно, 3 минуты. Все. Так, значит, стаж в сексе. Ну, пиши, 12 лет. Так, хорошо, у тебя, значит, 12, у меня 19. Здрасте, ты ж говорил, я у тебя первая. Так мне самообразование в стаж идет. А. Пиши. Да что писать-то тут? Все, дата, подпись, все. Ну и все. Все, ну отлично. Да. 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 Нет, 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 что нет, значит, нет, нет, нет. Мелкий шрифт. Вот, все это обязательно должно быть согласовано в присутствии нотариуса. Ты что, прикалываешься? Нет. Все, 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 набираю, Викусь, набираю. Алло, нотариальная контора, здравствуйте. Нам срочно нужен нотариус, да, на дом, для того, чтобы акт проникновения оформить. А, что, все заняты?
А, ну да, сегодня же пятница. А мы двойной тариф заплатим. Двойной тариф платим, ждем. Фу. Слышь, Викуська, я вот что подумал. А вот если твоя мама ко мне в мозг без моего разрешения проникает, это получается... Я тебе сейчас бубен дам. Заходите открыто. Открыто, открыто, да. Соседи. Здравствуйте, здравствуйте, бабулечка. Здрасте. Соседи, вы про новый секс-закон слыхали? Бабуля, да вы уже поди лет 20, как вне закона. Я вот как раз акт проникновения составляю. Я не понял, вы что, на всю пенсию Виагры накупили? Молчи, скорострел. Бабулечка, смотрите, там все просто. Вначале указывайте свою фамилию, а потом фамилию партнера. Ага, да. А если у меня не один партнер? О! У вас там что, пенсионерская свингер-вечеринка? И вам вместо гречки что-то другое на выборы дали? Подождите, как это не один? Ну так, Облэнерго, Укргаз, Водоканал. Мне такие счета за однокомнатную квартиру приходят, что они меня явно поимели без моего согласия. Бабулечка, родненькая, вот с ними со всеми и заключайте эти акты. Все, да. Идите себе спокойненько, отдыхайте. Ночи. Ага, ага. Заходите открыто. Так, ты Облэнерго, Укргаз? Я нотариус. Значит, как сексуальный партнер, ты меня не интересуешь. Давай. Здравствуйте, нотариуса вызывали. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Да. Здравствуйте. 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 Так, ну что же, давайте приступим. Да. А вы что, еще одеты? Должны быть раздеты? Это как хотите. У меня сегодня разные случаи были. Разные. А. Так, акты заполнены. Да, пожалуйста. Да, все, все так, есть. Паспорта вижу. Да. Я пока все проверю, а вы пока можете приступать. В смысле приступать? Мы бы хотели в интимной обстановке. В интимной? Могу вам музычку поставить. А давайте вы просто быстренько проверите. Да. Давайте. Значит, Виктория Сергеевна дает согласие Александру Константиновичу на классическое проникновение. Ю-ху. Классическое? Боже, как скучно. Ну, здесь вроде все окей. А задолженность по коммуналке есть? Нет. А если бы была, то что? Ну, официально ничего. Но неофициально мы не имеем права регистрировать акт супружеского долга до погашения коммунальных долгов. У нас субсидия есть. На супружеский долг? Пока обычная. Прекрасно. Раньше проникновения были? Ну, конечно, были. Были. А доказательства есть? Естественно, есть. Дети, они у мамы, двое. Прекрасно, прекрасно. Я пока проверяю, можете задавать вопросы, если есть. Слушайте, вот у меня такой вопросик назрел. А вот если, допустим, сторона один, ну, как бы уже все. А сторона два еще нет и требует продолжения. Вот скажите, как мне выйти из этого договора, чтобы не получить штрафные санкции? Смотрите сюда. Только по форс-мажору. Будешь хотя бы 10 минут, но пыхтеть. А то акт выполненных работ не подпишу. Скажите, а что потом с этими актами делать? Вообще акты приняты по мере наполнения. Подшивать в папочки. Папочки сдавать в архив в хронологическом порядке. Что вы, нам архив не нужен. У нас все в файлик влезет. Жаль вас, конечно. Хорошо, подпишите тогда здесь. Да. Ага, да. Ага, и вот здесь. Ага, давайте. И укажите сумму с учетом НДС. Налог на домашний секс. Ну вы с девушкой рассчитываться будете наличными или картой? Вообще-то мы женаты. А, да. А, вы бюджетники. Это многое объясняет. Многое. Прекрасно. Так, здесь все хорошо. Видеофиксацию проводить будете? Нет. Тогда нужны понятые. Что? Закон есть закон.
Так, я быстро! Слушайте, у меня еще такой вопросик к вам. А вот, допустим, я один и решил акт проникновения вот, совершить. Мне это тоже надо будет у вас узаконивать? Насколько я понимаю, когда один, это не проникновение. И для этого вам нотариус не нужен. Вы можете сами себе быстренько от руки набросать. Так! Вика! Давайте, Вика! Соседи! Да... Расписывайтесь! Вика, да что за срочная срачность такая? Мы вообще делом занимались там. Здравствуйте. Здрасте. Будете понятыми для составления акта супружеского долга, без которого сам акт считается нарушением закона. Это что, я, получается, с утра уже 4 раза закон нарушил? Я у тебя, получается, рецидивист, да? А я бы на вашем месте так не радовался, потому что за это предусмотрена уголовная ответственность, как за изнасилование. Я айфон хочу. Вот чтоб ты так на заправке быстро соображала. А еще я хочу новый Lexus. Будет тебе Lexus. Я хочу на Мальдивы. Хорошо. Я хочу новую квартиру. Ты губу-то закати. Обе. Мне дешевле от тюрьмы отмазаться. Тем более я прокурор. Давай, давай, иди, ложись, я сейчас приду. Слышь, а ты нотариус? Кем я сегодня только не был. Разные случаи были, разные. Слышь, а вот в этом акте, там подпись жены обязательно? Ну, конечно, тут же написано, подпись партнерши. Не, у меня подпись партнерши и подпись жены, это две разные подписи. А, в вашем случае я бы рекомендовал оформить месячный абонемент. Вариант. Только давай ходовой. Отлично, давай оформишь и все, заходи. Хата напротив. Напротив, прекрасно. Вам бы я тоже рекомендовал оформить месячный абонемент, чтобы каждый вечер меня туда-сюда не гонять. Да не, мы вообще с Викой чаще, чем раз в месяц и не плани... Будешь пыхтеть у меня. Давайте на месяц. Подписывайтесь здесь. Ага. И вот здесь. Да, и да, можете да, приступать. Не скучной вам ночи, скучные люди. На законных основаниях. Ух ты, Викушка моя. Сашка, а я уже все. Да, я такой. Как все? Да что-то перегорела я. Как перегорела? У меня-то уголек еще тлеет. Может, раздуем? Я просто не понимаю, зачем оно надо. Нет, я вообще как бы понимаю, но принять не могу. Вот раньше как-то, ну, романтичнее было, что ли. Ты как женщина отказываешь, уходишь, скрываешься, убегаешь, а мужчина, он тебя настигает, догоняет, загоняет в угол, как мышку, и ты такая пи-пи-пи-пи-пи-пи. Я не такая. А он набрасывается на тебя, как лев. Ну, или как ежик. И потом все счастливы. И мышка пикает, и ежик сопит в две дырочки. Вот у родителей у наших, ну вот у них было все по-другому. И мы рождались. А вот это вот все... Ну, какое-то оно не настоящее, правда? А ты знаешь, Викусь, я сейчас прям сильно-сильно тебя захотел. Правда? Да. Ну, тогда догоняй. Ёжик, а то акт выполненных работ не подпишу. Подпишешь? Не подпишу. Ещё как подпишешь. Дизель-шоу. Викусь, а? Хочу тебя поздравить с 8 марта. Это тебе подарок от Сан Саныча. Спасибо большое. А где твой подарок? Ну как же, это семечки. Это лучший подарок. Я понимаю, что лучше, но это же от Сан Саныча.
А я теперь жду от тебя. Желательно премиум. Вика, ну потом ты опять скажешь, что все тебе подарил Сан Саныч. Ну, так ты сам виноват. Вот он умеет делать подарки, а ты нет. Я жду. В этом году обнародовали зарплату топ-менеджеров госпредприятий Украины. Судя по зарплатам в ведомости, Укрнафтогаз добывает айфоны, Укрзалезница выпускает мерседесы, а Укравтодор строит автобаны по всему миру. А теперь, друзья, не шуточный, а реальный факт. Руководство Укрнафтогаза выписало себе премий на 1,5 миллиарда гривен. Реально на эту сумму могут прожить целый месяц все пенсионеры Киевской области. Неудивительно, что после такого, оказывается, топ-менеджеры украинских госпредприятий тоже ходят к психологу. Смотрим. Добрый вечер. Ну что ж, давайте начинать наш сеанс. Я прошу прощения, а где Альберт Наумович? Он заболел. Но вы не волнуйтесь, вы знаете, у меня огромный опыт и великолепные рекомендации. Нет, вы нас не поняли. Мы не за себя. Мы за вашу психику переживаем. Не нужно переживать. Знаете что, а давайте лучше вначале разберемся, что у нас за группа, да? Алкоголики, наркоманы. Хотя смотрю на вас и понимаю, что тут оба варианта подходят. Вы знаете, это собрание деньгозависимых. Да вы что? Ой, что-то новенькое, так здорово. Ну, давайте начинать, или мы кого-то ждем? Нет, можем начинать. Давайте я предлагаю с новенького начать, пожалуйста. Я, да? Давайте. Добрый день. Меня зовут Андрей, я топ-менеджер Укрнафтогаз. Привет, Андрей. Здравствуй. Привет, Андрей. С окладом 1,5 миллиона в месяц. Андрей, ты молодец, что пришел, сознался. Ничего, мы все тоже с такой ерунды начинали. Правда? Да, потом все пошло, поехало с нормальными зарплатами. Ну, это не считая новогодних премий. Я прошу прощения. У вас при таких зарплатах еще и премии? Конечно, на такую зарплату особо не проживешь. 1,5 миллиона? Ну так это в гривне. Молодец, что признался. Спасибо. Молодец. Садись. Не каждый так сможет. Да. Добрый вечер. Меня зовут Максим. Я топ-менеджер Укрзалезницы. Привет, Максим. Привет, Максим. Да. И в этом году мой суммарный доход превысил... Максим, смелее. Тут все свои, смелее. Секундочку, я просто считаю. Превысил на 3 миллиона примерно. Ну, да. Это неплохо. Всего на 3 миллиона превысил свой доход. Нет, не свой. Это доход всей Укрзалезницы. Красава, Максим. Молодец, Максим. Ну что, давайте я. Ну что ж, меня зовут Иван, и я топ-менеджер Укравтодора. Скажите, а почему ему никто не хлопает? У нас его тоже не любят здесь. А, вы же новенький. Да. На машине приехали? Нет, на вертолете. Тогда вам не понять. Извините, что мы вас перебили. Да. Нет, ничего, я привык, что у меня за спиной шушукаются. Извините, это... Работники дыры латают. Да, на чем я остановился? А, да. Ну вот, за этот год я закопал... Блин, прям сказал закопал. Да, нет, закатал... Нет, тоже не такое слово. Заработал. Заработал...
Давайте я лучше напишу. За этот год вот сумма вот такая. Ну, так это же на 2 миллиона меньше, чем в прошлом. Да, но в этом году это в долларах. О! И это без новогодней премии. О! Чистый кэш. Да ну вас нахер! Ну, ушел. Что будем делать? Продолжать. Помните, у Альберта Наумовича тоже вначале был такой же приз? Да-да-да. О, быстро очухался. Здравствуйте. А вы кто? А я топ-менеджер Укрпочты. А вы уверены, что вам сюда? Ну да, вот мне письмо пришло с приглашением. Вот, сегодня же первое число, да? 22-е. Ну, я надеюсь, июнь? Март. Но год-то... 2019-й. Ничего себе, полтора года шло. Вот работнички вот эти, вот эти работнички. Ага. Ну ладно, я уж посижу тут, раз пришел, садитесь, да? Садитесь, да. Я ж чего опоздал-то? Я ж на велике сюда ехал. А дороги, знаете, у нас сами какие. Я вообще не понимаю, кто этим укравтодоровцам рукожопым вообще зарплату платит, а? Я бы им руки-то побривал бы всем. Михаил, Укрпочта. Ваня, просто Ваня. Скажите, а что здесь делать надо в клубе в этом, а? А вы знаете, здесь нужно просто встать, представиться и сказать, сколько вы заработали за предыдущий год. О, сейчас. Это государственная тайна. Тайна. Да какая это уже тайна в 21 веке? Можно сейчас в Фейсбуке посмотреть, где живешь, где отдыхаешь, на чем ездишь. Все понятно? Извините, где посмотреть? В Фейсбуке. А что такое в Фейсбуке? Слушайте, ну хватит придуряться. Ну, это же открытая информация. Или вы до сих пор получаете зарплату в конвертах? Ну да, в конвертах. Вот недавно 5 миллионов выдали. Долларов? Конвертов. Я пока продал, чуть с ума не сошел. А скажите, может быть, кому-то марочки нужны, а? Ну, а чё, я бы лизнул. А, какие есть? Есть с 8 марта, а есть запрещенные с 23 февраля. А типа с 8 марта разрешенные, да? Ну, пока такое. Почем? 50 копеек штучки. А что так дешево? Это для своих. Так 55. Договоримся. Господин полицейский, как здорово, что я вас встретил. Арестуйте вот это логово коррупционеров. Вот, арестуйте их, давайте. Взять. Здорово, привет. Петрович. Привет, Петрович. Привет. Я... топ-менеджер Министерства внутренних справ. І мене навіть не хвилює, яка у мене зарплатня. Мені вистачає. Молодець, Петрович! Молодець! Пока, до встречи пока. В бані! Пока, пока! Так это как бы, ну, а. А ты не расстраивайся, психолог. Пока. Пока, Петрович.
Я извиняюсь, давно хотел спросить, а что это за бомж там сидит? Он с другого собрания, что ли? Нет, это не бомж, это очень уважаемый человек. Александр Константинович. Саша! Шура! Да, что? Твой что? Выход. А. Здравствуйте! Я топ-менеджер Укрспирт. Я алкоголик! Молодец, молодец. Шурик! Молодец. Скажите, а почему он так выглядит? Стадия запоя. Бабла немерено. А, Шурик, скажите, сколько за этот год вы заработали? Может, вы напишите? Ого! Сколько налей! Да нет, это у меня руки трусятся. Ну, может, тогда вы нам озвучите? Я даже не знаю, как эта цифра называется. Да, конечно, Шурик красава. До сих пор на алкоголе. Мы-то все уже в высшей лиге. На нафтизине? Да, на нафтизине. А я вот тут, кстати, разнюхал. Да? Оказывается, Укрнафтогаз в этом году вышел в прибыль. Да, от вас ничего не скроешь. Мы в этом году заработали 100 миллионов долларов. Да, собственно, по этому поводу мы себе премии выписали. Большие премии? Ну, после выплаты премий убыток компании составил 50 миллионов. По-божески. Кстати, Укрзалезница. Да. А вы, говорят, открыли шаттл до Борисполя. Да. И за сколько по времени можно добраться? По-разному. В среднем полчаса, если без пересадок. Каких пересадок? На другой поезд? Нет, на такси. И сколько же стоит билет? По-разному. Если ехать сразу с вокзала на такси, то дешевле. А что же вы на этот шаттл не продаете в интернете билеты? Смешно. Слышишь, умник, как только на трассе Кривой Рог Николаев появится первый кусочек асфальта, мы сразу же продадим первый билет в интернете. Кстати, если там появится асфальт, то мы у себя в Ощадбанке поменяем все старые матричные принтеры на новые. Ну, вот эти... Ну, если вы в банке замените принтеры, тогда мы застелим автобанами всю страну. С севера на юг, с запада на восток. А мы тогда Сургуч отменим и голубей распустим. Капец, сколько лет сюда хожу, а тосты не меняются. А я же уже выписал себе премию. За прошлый год? Нет, за этот. Не рановато ли? Ну, просто в этом году выборы, я решил заранее. Хорошая идея. Хорошая. Я прошу прощения. А как вы себе сами премии выписываете, а? Эх, Укрпочта, Укрпочта. Просто нужно каждый год повышать тарифы. И все? И все. Алло, Клара Захаровна, бейте телеграммы во все наши отделения. Диктую текст. Повышаем тарифы. ЭЧК. В два раза. Выскользнык, выскользнык, выскользнык. Да, Клара Захаровна, это срочно. Постарайтесь отправить до конца месяца. Спасибо. Я на совещании. Понял, хорошо, передам. Так, мужики, а ну скажите мне, чем мне лучше срочно документы передать? Поездом или автобусом? Зачем поездом, автобусом? Есть же Укр... Да ты даже не заикайся.
Так, я думаю, бутылкой по Днепру будет быстрее. Да. Господа, господа, а кстати, кто где отдыхать любит? Я предпочитаю Швейцарию, это финансовый рай. Ой, а я обожаю Австрию, там невероятные поезда. А я обожаю Германию, какие дороги, боже мой. Трусковец! Отдохни с кайфом. А почему хотя бы не в Грузии? Да поздно пить боржоми уже, ты что? Кстати, господа, слышали, в Америке шатдаун? А, да. А что такое штрандраун? Шатдаун — это когда не работают все государственные учреждения. Учреждения не работают, но зарплату ведь получают? Нет. И эти люди нам выделяют деньги на реформы госструктур? Да мы просто красавцы. Да, но все равно работать сложно. Тому занеси, тому дай, тому подмажь. Да еще и в бюджет нужно отчислять. Ой, мы бюджетом вообще не заморачиваемся, это мелочь. Послушайте, ну, опять уснул. Слушай, опять одно и то же. Ну, мне кажется, уже пора от него избавляться. Пора избавляться. Ну, как вам не стыдно? Если бы не Укрспирт, никто бы не ездил по вашим дорогам. Никто бы не ездил на ваших поездах. Никто бы не брал кредиты в ваших банках, чтобы оплачивать ваши счета за газ. Ну и никому бы в голову не пришло что-нибудь отправить Укрпочтой. Это да. Умно. Если б не было тебя, скажи, зачем тогда мне быть? Я без премий таких и зарплат не смогу и дня прожить. Если б не было бабла, то как тогда рука водить? Об одном остается мечтать, на работу не ходить, а деньги получать. После затяжной зимы ямы огроменные, превратятся они к декабрю в годовые премии. Государство служащий, сложная профессия, миллионы в бюджет приносить, первый шаг к депрессии не каждый вынесет. Возглавляем вместе мы мегакорпорации, и работать мы как бы должны на богатство нации. По факту на себя. Если б не было меня, не было б тогда тебя, не было бы и тебя, у вас бы тоже не было. Вот бы зажила страна. Только настоящая женщина может испытать оргазм от новой кофточки или просто сняв туфли на каблуках.
В последнее время очень модно стало обращаться к профессиональным имидж-консультантам, так называемым шопперам. Они разрабатывают вам новый гардероб, избавляют от ненужных вещей и помогают купить новые. Но пока не все понимают тонкости этой профессии. Ян, слышишь, Ян, если ты еще одну вещь купишь, нам придется еще заходить в мебельный и покупать шкаф, Ян. Пусть. Вот в этом магазине мы мне ничего не будем покупать. Тут ждет тебя сюрприз. Да, твои сюрпризы я люблю. Че, пойдем в кабинку, да? Пусть, ну нет. Ты сейчас просто обалдишь. Да? Лео! Давай. Бегу, бегу. Яся, ты выглядишь amazing. Все. Это и есть мой сюрприз. Ян, я вообще-то хотел попробовать втроем с бабой. Я так понимаю, это твой? Чао, Жоржик. Ты еще раз меня назовешь Жоржик, я тебе твой пылесос расфигачу, ты понял? Бусь, это Лео, он профессиональный шопер. То, что он жопер, я сразу понял. Буся, Лео имидж-стилист. Он сделает тебе новый стиль. Не понял, а что с моим стилем не так? Ну, пусть. Все думают, что ты мой папа, а я хочу, чтобы все думали, что ты мой бойфренд. Так, все, сюрприз не удался, до свидания. Лео, не расстраивайся. Пуся! Что? Пуся! Что ты хочешь? Пуся, смотри мне в глаза. Ты купишь себе новые вещи. Ты купишь себе новые вещи? Ты купишь себе новые вещи. Да, я куплю себе новые. Черт. Иди, иди, иди. Да. Слышь, жопер. А можешь честно сказать, ты когда стал вот таким вот? Каким таким? Ну, таким, таким. Это тебя в детстве там уронили? Или просто в метро в час пик прижали, и тебе понравилось? Он у тебя такой смешной. Да. Так, посмотрим, что у нас тут. Неказистый пиджачок. Бесформенные брючки. Типичный стиль 90-х. Каких 90-х? Алло, я тебя сейчас в багажник запихну, в лес вывезу. Напугал. Не волнуйся, Жоржик, мы подберем тебе новый лук. Со стрелами, что ли? Со стрелами. Лук — это стайл. Стайл — это тренд. Тренд — это топ. Яна, с этим жопером в комплекте переводчик не шел? Бусь, ты будешь выглядеть сосна. Как я буду выглядеть? Ну, прикольно, винтажно. Охренеть, не думал. Так, Жоржик, не дергайся, я тебя померю. Ты что делаешь? Опа! Отвали от меня, слышишь? Угу. Может быть, что-нибудь обтягивающее? Если ты не заметил, любая одежда на мне будет обтягивающая. Брось эти комплексы, Жоржик, пусть у тебя кость широкая. Очень. Я знаю, что ты обязан купить. Вот, смотри, какая няшка. Яна, я не буду это покупать. Чего? Чего? Ты хочешь, чтобы мы с тобой дрались, кто это будет носить? Хорошо. А как тебе такие шортики? Да я, если в этих шортиках пройду два шага, они превратятся в стринги и разрежут меня пополам. Янчик, тогда вы просто обязаны померить вот эти леггинсы. Нет. Нет, да... Буся, снимай штаны, это будет мой тебе подарок. Слышь, давай я сниму штаны, ты сделаешь обычный свой подарок. Буся, померяй.
Жоржик, не бойся, одевай. Это молодежный тренд, это Гуччи. Гуччи? Егучий случай. Поступай в мире, пожалуйста. Да ну, они же узкие вообще. Это же последний писк. А если я за... Ну, пописать захочу, как я отсюда свой писк достану? Пусть, ну, пожалуйста, ну, померяй. Так, я меряю, и мы уходим? Да. Хорошо, спасибо, договорились. Да, спасибо. Кстати, в этих штанишках вы можете вместе ходить на вписки. Ага. Куда ходить? Буся, вписки. Это на вечеринке, тусовки. Ну, что ты не запомнить никак. Жоржик, как там у тебя дела? Стой, помощь... где стоишь? Не нужна. Я понял. Буся, ну что, ты готов? По-моему, это полная хрень. Буся, это пушка. У пушки ствол сейчас завернут. А ядра так близко, что можешь рвануть. Все очень круто, но нужно добавить подтяжечки. Да куда подтяжки? И так все натянуто. Вы чего? Ё-моё, вы... Они дополнят образ. Готов? И... Опа! Ну как? Класс! Я прям вот так сегодня на стрелку пойду. И так с проходниками заявлю. Ты моё бабло, уроды! Белиссимо. Жорик, тебе очень идет. Закрой рот. С низом мы определились. Осталось найти вверх. Да, давай вверх. Я на стене, это да. Фу, блин. Так, Яна, иди сходи в этот, в женский, купи себе что-нибудь. Я тут с этим поговорю сейчас. Слышь ты, жопер, если ты мне еще раз что-то такое обтягивающее дашь, я тебя тут сравняю с землей, ты меня понял? Опа-на, Григорич, а я такой иду мимо витрины, смотрю, ты не ты. А это ты или тебя? Слышь, сиплый. Алло, алло, тихо, тихо. Здорово, что ты? Привет. Ты просто не так понял. Это жопер. Ну, короче, это сюрприз. Мне Яна его подарила. Ну, не подарила, в смысле, дала попользоваться что-то. Ну, понятно, понятно. А я тебе говорил, Григорич, не иди в политику, а ты не-не-не. Да, ну при чем тут политика, сиплый, ты чё? Ну все, ясно, бывай здоровый. Да куда ты, сиплый? Чёрт, слышь ты, жопер, ну я сейчас тебя ухватаю. Подождите, подождите, нам надо поговорить. Что с тобой разговаривать? Были бы штаны поуже, я бы с тобой так поговорил. О боже, на штанах нитка торчит, я сейчас откушу. Где? Откушу, стой. Что делаешь? Сейчас, секунду. Вот, всё, нет, тут надо... знаешь, Григорич, я такой думаю, может, погорячился. Отвали ты! Он, это, ты не понял, он укорачивал, она длинная и... Да я все понял, понял. А я думаю, что ты меня на стрелках всегда сзади прикрываешь? Сиплый, ты куда? Пойду пацанам расскажу. Ты чего, сиплый? Ну, жопер, я тебе сейчас... Мужик, стой, да стой ты, ну все, все! Думаешь, мне нравится перед тобой здесь выпендриваться, а? Я не понял. Ты что, нормальный, что ли? Да, конечно, я нормальный. У меня трое детей. А работу надо было искать. Вот я шопером устроился. Им больше платят. Еще и процент с каждой вещи дают. А, ну извини, я просто подумал, что ты из этих... Подумал. Блин. Пусть! А. Слушай, там и женского ничего не было. А ты себе что-то подобрал? Да. Возьмем эти... Как ты сказал? Леггинсы. Вот их мы возьмем и... Это тоже возьмем. Давай, давай, вот это тоже. Буся, спасибо тебе большое. Я тебя так люблю, ты такой молодец. Ну а что не помочь? Детям привет от меня. Пойдем.
эти натуралы такие наивные. Решая детскую задачу, родители дважды вызывали скорую, один раз полицию и, ничего не решив, записались к психологу. Иногда решению обычной задачки по математике родители посвящают целый родительский чат. Внимание на экран. Thank you.
Ну а сейчас мы хотели бы сказать спасибо одному очень дорогому для нас человеку, которому, к сожалению, мы не успели сказать все, что хотели бы. Искренне надеемся, что вы к нам присоединитесь. Шоу продолжается. Эти аплодисменты для тебя, Марин.